На земле, безжалостно маленькой, жил да был человек, маленький. У него была служба маленькая и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую. И однажды, прекрасным утром, постучалась к нему в окошко небольшая, оказалась, война. Автомат ему выдали маленький. Сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую по размерам шинель. А когда он упал, некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило бы мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост.